Еще вчера в Рождественском храме в центральной части стояли строительные леса. А теперь, после того, когда почистили, убрали, протерли иконы иконостаса, пришла пора почистить главную люстру Рождественского храма – Паникадила. И, как и прежде, большую помощь в этой работе оказали наши женщины, наши современные жены-мироносицы, которых от всего сердца хочется поблагодарить за их теплоту сердец, за усердный труд и за любовь к Церкви Божьей и то, что ее украшает. Но так как главная паникадила, люстра нашего храма, достаточно высокая, то тут снова понадобилась помощь наших казаков, и они, как всегда, оказались рядом. Хочется от всего сердца поблагодарить всех тех, кто нашел время и с такой любовью и заботой потрудился в нашем рождественском храме. Пусть все те, кто будет приходить в него, помолятся не только о своих близких, родных, но и о всех благоукрасителях святаго храма Рождества Христова.